мы с мужем пошли в гипермаркет. Идем, народу, суббота, народу тьма тьмущая. И вдруг что-то трясет. Хлоп, мегасвет. Нечего. Конечно, люди забеспокоились. И вдруг голос. При продукторе, господа и дамы, не волнуйтесь. У нас проблемы с электричеством. Трясь. Хлоп. Темнота. Темнота. Трясь. Хлоп. Темнота. Темнота. Трясь. Мой вам сын. Хлоп. Когда-нибудь темнота. Какая-то женщина, слышу, говорит: Белла, скажи, крабы это кошерно? Миша, крабы это бесплатно. Значит, кошерно и полезно для тебя. Трясь! Хлоп! Темнота! Темнота! Трясь! Хлоп! Темнота! Темнота! Трясь, дорогие! Мой вам хлоп! Темнота! Темнота! Трясь! Поешьте! Хлоп! Какая-то женщина, слышу, говорит: ой, теперь я понимаю, почему бактериям так не нравится быть под ободком унитаза, почему им не нравится эта жидкость, она невкусная. И вдруг неожиданно дали свет. Люди щурились, смущаясь, смотрели друг на друга. Если бы я знала, каким я увижу своего мужа, лучше б я ослепла. Трясь! Хлоп! Темнота! Темнота! Трясь! Хлоп! Темнота! Темнота! Трясь, дорогие мои! Мой вам хлоп! Темнота! Темнота! Трясь! Поешьте, хлопцы, и выходите в темноту.